Мой персонаж так не может. Если его противник не собьет. Главное захотеть. Ты просто не хочешь. Тут дело не в хотении, а не может. Он. Хорошее место. Ну, я никого за здесь не вижу. А они, наверное, есть. Жалко. Сегодня эвакуация была в плановой для первокурсников. Ну как для первокурсников? Для всех, но больше для первокурсников, чтобы они поняли, что делать. Что-то мы на БЖ сидим такие, ну, одногруппница говорит такая, вроде сегодня обещали вот эту плановую эвакуацию. И начинается в этот момент. Говорит, типа, да, и буквально после слов этого препода, что он не в курсе об этом, заиграла сирена. Мы вышли, мы очень долго, кстати, стояли, мы обычно быстро выходим. Мы прям не спеша все выходили, дауны. Вот. Пока все вышли, потом поинтересовались, почему-то только про первых курсов сели вышли, а остальных, видимо, похуй, да, ну? Не ебет. Живые мы или нет? Первый курс типа, живы. Сами знаете, куда идти. Но вы уже не первый раз проходите. Вы знаете, а так, вы новенький, вы не знаете. Да, третий. Это же не значит, что мы все знаем. Ну. В любом случае спросили только про первый курс, попросили их руки поднять, и я охуела от количества первого курса. Такое ощущение, полколледжа это реально первый курс. А где другие? Повыгоняли. Я из старших увидела группы, наверное, 2-3. Еще. Это мы, кинологи параллель и третий курс. Повымирали. Остальные где? Да, я знаю, что у большинства нету пар в принципе. И у кого-то просто практика стоит из-за количества народу. И они сейчас стараются, бля, у кого-то практика, кто-то не ходит, кто-то это, кто-то что. Эй, ты вместили? Пытаются как по максималке. Пытаются по максималке снизить количество народа. Она нихуя не снижает. Мы как учились, так и учились. Раз. Да, я впервые, конечно, слышу, что в начало года и сразу практика пошла у людей. Ну, чтобы убрать столько народа, мы просто чисто физически не поместились бы из-за всего вот этого. Я как вспомню, тут прям наворачивается вопрос, нахера столько набирать, если, ну, так, не хватает. Потому что под конец года уже нихуя нету никого. Большинство уходит просто. Это сейчас дохуя народу, а потом... Будет очень-очень мало. У нас было, ну, прям, ну, видно, где первый, второй. У нас прям такого, такой разницы не было, что что-то больше первых. Очень прям такой большой разницы не было. У вас есть. У нас большая часть сейчас. Учащийся это первый курс. Да. Все.
А люди есть? Я что-то не видел. Не видел никого. Я тоже вот не видел. Задымился. Вот козёл. Бля. Куда тебя? Сейчас мы залутаем, подожди. А то вперед паровозы. Идешь. Ой, я могу сейчас этого магазин положить. Нахуя взяла? Эй, что ты взяла? Ремонт брони зелененькую взяла. А у тебя нихуя, кроме дымовой брони и патронов, ты ничего предложить мне больше не можешь. Хорошо. Так. А, он же мне не нужен. Ну ладно, возьму. И ракеты забрали. Да нет, просто для пулемета зачем он нужен? Александр, я боюсь в стрессовой ситуации делать вот так. И боюсь свою меткой, что я попадаю. Давай пешком, хуяр. Как-то не особо. Только сам вылез. Куда я вылез? Я умер. Я умер. Умер. Ты еще ебало снесу. Пидорас ебаный, машину теперь менять придется у ебок, чтоб ты сдох. 30% оставил. Отдала бы мне машину. Тут люди. В смысле люди? Как там могут быть люди? Есть люди. Есть люди. Бля. Фига ты, конечно, уехал. 200 метров я не успеваю так побежать. Да ёпту, ну. Пизда. А где он? А, ебать. А второй вот тут сидит, крысит. Ему поел часть с чем-то можно прострадать. А, вот тут такой. Да, я что-то пострелял через стенку, ранил его и все. Ебать, ну не знаю. Сука, если ты глазаешь гранату, то и я кину. Да сука, как я попадаю в этот ебаный расстрел. Блять. Умри, парень. И подводный, который там. Блять. На тебе, блять. Все. Блин, я их вообще не слышал. В килчате я их не видел. Вообще. Ты попал, очень. Chip terminal is almost ready. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Я так и не понял, сколько их было, но, по-моему, их одного ранил. Внизу. Вот тут был. А, да. Может это был. Одного я взорвал, там еще один кто-то едет сюда. Он приехал из ниоткуда. О, там еще люди. Твою тачку гнали. Вот ты раз ебаный, чтоб ты лег. А на нем процентов мало из тебя. Уебка такого.
Не перестреляешь мне. Их двое, значит. Где еще? Откуда вас там так много? Давай. Туда тебя. Я тебе дым кину. За камушком сидит чел. Двое. Ну, так, если я одного сбил с этого, ну, с тачки, почему там двое сидит? Если я двоих ёбнул сейчас. Я одного сбил на это. Ты сам не видишь, один за камнем, а второй вот бежит. Блин, у меня перезарядка на этом. Подождите, я перезаряжаюсь. А, он за тачкой прячется. На тебе. Не самое лучшее, что ты мог прятаться. Все, убил кого-то еще. Там еще дальше. Сейчас стой. Лак 50-й у него. Хорош. А, сбила его с ног. То есть он еще живой. Охренеть. Быстрее. Надо пешком идти. Извините, пожалуйста, но придется пешком идти. И уже нет, не из-за меня. Ебаный, потому что тачку мне взорвал, чтоб ты сдох. Но с другой стороны, мы бы не убили людей. Давай вот сделаем вывод, что сейчас произошло и что по итогу. Нет. Сделали вывод. Отличный вывод. Согласна со всеми. Взял тачку мне испоганил. Я не хотел, я не думал, что я попаду. Случайно, да? Пиздец. Случайно снес мне половину здоровья на машине моей вот, любимой. Вот ты бы... Стоило 30. Вот ты бы видел, как я случайно попадаю в голову людям. Это реально случайно. Я потом извиняюсь перед ними. Прости, Александр, я специально. Ну, не было нихуя. Патроны, блин. Да я всрались на меня. Мы найдем тебе тачку. Может, она вон там уже заспавнилась. Иди нахуй. Не, а вдруг она вон там сейчас, вот там вот. Иди нахуй. Ты мне тачку взорвал. Я ее не взрывал, я... Ты ее взрывал. Нечаянно ее коцнул. Специально, блядь. Случайно, нахуй, 60% снял. Ой, 60-70. Лоджик. Уёбок. Бутинок. Airdrop has been delivered. Что-то там интересного. А нихуя, интересно, ни одного золотого перка. А, нет, есть. Ну там два золотых. Но... Это снайпер. И снайпа. Снайпа. Где-то живой человек есть. Где-то. А вот где? Это хороший вопрос. Нет никого. Есть, потому что ты сбила. Потом нет. Убила. Ты последнего сбила, потом убила. Я думал, он последний, но он не последний. Не было. Как не было? Ну, сейчас увидишь, должен появиться человек с той пати. Не было никого. Я тоже так думал. Но потом я увидел, что ты его сбила, а не убила. Ты заткнись. Не было никого. Надеюсь, он вышел из катки и... Потом окажется, что я пиздобол. Ну, так и будет. Так, он там зеленый упал. Прям по центру. Надо идти. Туда. Наш. Кто гранату умеет?
А, вот, видишь, это человек. Это бочина.